Дудосина, спасибо большое за донат. Прогрессив! Прогрессив трэш метал! Блять! Нет, нахуй! Прогрессив гаражный панк, блять! Ну, по т-т-т-т-т-т-ре это не трэш-метал, типа, пока что, а какой-то просто каловый инди, но с дисторшеном. Т-т-т-т-т-т-ре. Бля, да это нью-метал какой-то обычный. Типа индастриал нью-метал. Я не знаю, это ближе, кстати, к X, чем к Металлике. Просто чуваки сами тогда в жанре, скорее всего, не разбирались и написали хуйню себе, и все. Какой нахер прогрессив трэш-метал вообще? Чё за бред? Как может быть, блядь, трэш-метал — это хардкор-панк? И что там, блядь? Хардкор-панк и хэви-метал просто, и все. Да. Хэви-метал, панк, хардкор-панк. Ну, это без шуток. То есть трэш-метал — это, по сути, панк-метал. Ну, или там, типа, одна из его наиболее популярных вариаций. Наиболее популярных вариаций того, как смешивается метал и панк. Есть разные, там, кроссовер-трэш, есть грайндкор, есть, ну, то есть разные пути, так сказать, этого коричневого смешения. Бля, ну это не... Это не панк. Это, блядь, даже Рамштайн больше похоже вот такие рифы, типа. Это индастриал нью-метал. Но вот это залупа, а не припев просто, это залупа. Это не прогрессив трэш-метал, и не нью-метал, и не индастриал. Вот это не... Ну а что на самом деле интересно? Тут уже вообще другое пошло, что-то реально, да. Ну да, это не они писали, это кто-то написал. Но тот, кто написал, это, конечно, жесть, чё. Да, я согласен, я неправильно сказал. Тирам, спасибо. Просто я на всякий случай говорю просто, вдруг кто-то тоже зритель этого канала, это не прогрессив трэш-метал. Да не, а вдруг, вот, знаешь, что самое тупое? Вот сейчас загуглишь, и прикинь, реально есть такой жанр. Я вообще ничему уже не удивлюсь. Ну, вообще не может быть, не должно быть. Блять. Ну, статьи в PDV-ке нет. Бля, есть реально паблик ВКонтакте на 650 подписчиков. Прогрессив трэш-метал, блин. И есть реально в Last.fm графа. Бля, ну я тогда хочу прогрессив... минимал, там, нойз, рэп. Инструментальный рэп, блять, еще. Инструментальный рэп акапелла, блядь. Ща, ребят, жопа чешется. Жесть вообще просто. Я не знаю, просто прогрессив трэш-метал вообще звучит как бред. Типа, бывает просто хороший трэш-метал, или чуть-чуть, ну, у него и так форма всегда муторная. Просто есть те, кто, ну, если уметь играть, это еще не значит, что это прогресс.
Если ты лучше Хэммета, типа, или лучше Ларса Ульриха играешь, это еще не значит, что у тебя прогрессивная, блядь, музыка. Напердел просто, да. Чувак говорит, идейно слушаю не западное музло, блядь, слушая русскую группу 2004 года на английском языке. Ну, на самом деле, уважаемо. То есть, вот, я считаю свой канал, он, вот, мой канал, он должен быть прибежищем для таких вот шизов, как Дудосина. То есть, вот, как будто, а где ему еще так вот, если ты, если у тебя вот такой, типа, долбанутый подход к музыке, где вообще еще, в принципе, тебе находиться? Где вообще хоть что-то полезное еще может, хоть что-то прикольное может происходить в этом смысле, просто? Вместо KFC хожу в Chicken House, да-да-да. Чувак нашел абуз. Я бы сказал, man зафайндил абуз, чтобы не лисенить просто форейнеровскую эту мюзик, вот этот весь, да. Как бы, типа того, да. Как бы, он нашел solution данного трабла просто таким образом. Клуб анонимных шизов. Да, реально, да. 99% слушаю все еще на русском. Да, на самом деле реально неплохо. Но это не прогрессив трэш метал. Ну то есть, если даже если существует жанр, реально, типа, у кого-то в фантазиях вообще, кроме, типа, 654 подписчиков того паблика, то есть, если, типа, учитывая, что такое прогрессив, что такое трэш-метал, прогрессив трэш-метал так бы не звучал. Типа, чилик просто написал слово прогрессив, не понимая, что оно значит, походу, хз. То есть тогда любой симфо пауэр метал тоже прогрессив, потому что у него форма чуть-чуть муторная. И иногда сбивки сложные. Относительно сложные, типа, по меркам русского рока, хорошо. В котором вообще сбивок сложных не бывает. Сложнее, чем та-та-та-та-та-та-та-та-та. Все, вот это самое, это максимум. Так. Давай, давай, тудем. Заценим половиноч. Без шуток, даже это не хуже, чем Pink Floyd точно, например. Вот смотрите, 7 минут. В принципе, неплохо пролетели, интересно было, прикольно. Это я бы не сказал, что эта музыка, скажем, унылая или скучная. Вот это туповатый момент. Мне просто некоторые моменты в ней не нравятся. Некоторые прикольные, но очень обычные. Ну, типа, ну, вот это обычный нью-метал такой. Ну, то есть, не нью-метал, это, блядь, статикаксоподобная вот эта вот хрень. Это не просто нью-метал, как Корн, и не просто индастриал, там, как, не знаю, Мэрилин Мэнсон, типа, да, короче, вот. А вот такой чуть-чуть примафаканный индастриал-метал, типа.
Но это вообще не, даже не, не трэш-метал, в принципе. В общем, удивительно вообще. Причем, главное, понимаете, ведь чтобы такое найти, все равно нужно прям в музыке глубоко шарить. То есть челики, которым, вот прикиньте, не лень заливать это как-то на YouTube и подписывать там band origin, там, и находить из каких-то других стран какие-то андерграундные группы, альбом такой-то, проверять, откуда это все произошло. То есть всем, их реально интересует вся вот эта информация, все вот эти детали. Хотя, казалось бы, ну, типа... Ну, короче, вот там год релиза, допустим, и иногда страна помогает чуть-чуть понять там какой-то контекст, допустим, да, в котором музыка была сделана, или, ну, типа, чуть-чуть тоже в голове категоризировать, да, там что-то. То есть все равно челы, которые вот прям, им реально важно вот это в голове у себя, чтобы не просто послушал песню, да похуй какой это год, когда она была сделана, лишь бы прикольная была, а типа именно послушал такой, угу, у меня в голове это отправляется в раздел 80-е, подраздел глэм-рок, потому что окей, и это сделано явно тогда, смотришь, год, да, реально тогда и сделано, и это слышится по деталям, а это сделано с закосом под это, но это новое. Да, это действительно новое, и все, и ты уже просто слушаешь музыку, иногда можешь понять, в каком десятилетии и примерно в какой стране она сделана, не гугли это, например, вот так. Но для этого надо сперва слушать и читать вот такие надписи. То есть, ну, с одной стороны, челы, которые этим занимаются, они ведь они углубляются в музыку настолько, чтобы им реально интересно. Страна, год. Но при этом как можно углубляться в музыку и вообще, в принципе, придумать формулировку, во-первых, прогрессив трэш-метал, во-вторых, назвать трэш-металом вообще, в принципе, хоть в какой-то вообще вселенной. Вот эту музыку. Я прям, не знаю, блядь, прогрессив трэш-метал меня просто сразил на повал.